Da yakara mare tama bina ke daya halo jagata samham saharim Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kura Mare Tama Bina Ke Daya Halo Jagata Samsarim Patita Pavana Hetu Tavayavatara Мусамапатита прабо напайбеярам. Патита павана хетум тавайаватарам. Мусамапатитам напайбеярам. Махапрабху Нитянанда Премананда Сухи Крипабало Канакором Нами Бородухи Даякоро Ситапати Адвайта Госай Tava kripa bale pai Chaitanya nitai Aha svarup sanatana Rupa ragunata Bhata yuga shi jiva Prabhu Lokanatham Dayakoroshi Acharyam Prabhu Shinivasam Ramachandra Sangamage Narottama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dayakara More Toma Bina Kedaya Jagata Samsarin Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Srila Prabhupada ki jai, всем преданным Господа Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Nitai Gaura Premanande. Так, дорогие друзья, мы продолжаем служить Шри Чайтанья Чаритамрите, бесценному дару всем живущим в этом мире, от Ачарья Дева Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами. И Шрила Прабхупада перевел на английский язык, потом последователи Шрила Прабхупады перевели на другие языки, и мы имеем возможность наслаждаться этим беспрецедентным нектаром. Как говорит Шрила Прабхупада в одном письме, все, что есть в Бхагавад-гите, и Шримад Бхагаватам содержится в Шри Чайтанья Чаритамрите. Шри Чайтанья Чаритамрита – это практическая демонстрация поведения идеального вайшнавизма. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сам со своими спутниками здесь демонстрирует поведение реализованной личности, личности в сознании Кришны. Как общаются личности в сознании Кришны, как проповедуют, как ощущают любовь к Кришне, как живут, какие настроения у них есть, какие цели, как они понимают сознание Кришны. Все, что нужно, представлено в Шри Чайтанья Чаритамрите. И Самбанда, и Абидея, и Прайоджана. Глубочайшие истины, как достичь совершенства в слушании Кришна Катхи, Гаура Катхи. Глубочайшие истины, как достичь совершенства в воспевании святого имени. Глубочайшие истины про всех татв, про всех истин, кто Джива, кто Кришна, кто Шримати Радхарани, какие есть воплощения Господа, каждый какую функцию выполняет, почему Джива приходит сюда, как уходит отсюда в духовный мир. Весь путь бхакти, вся бхакти Сиддханта представлена своими выводами и примерами в Шри Чайтанья Чаритамрите именно для этого века, для жителей Кали-юги. Без этого писания я лично не представляю свою жизнь, духовную жизнь и вообще жизнь. По словам Шрила Бхакстан Сарасвати Такура Ачарья Дева, эти два писания, Шри Чайтанья Бхагавата и Шри Чайтанья Чаритамрита, призваны дать освобождение каждому, и он молит и просит, чтобы люди этого мира изучили эти два писания. Такова мольба этой души, себя называют падшей души, этой падшей души. Такова мольба этой падшей души, говорит Шрила Бхакстан Сарасвати Такур об этих двух писаниях, прося изучать
Почему? Потому что он знает, что получит обусловленная душа, изучая эти два писания. Он получит то, что нигде не может получить. Он получит все знание, что ему нужно. Он получит всю практику, как совершать, и он получит бесценный дар, результат Кришна-прему. И получит это по милости, по беспричинной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, которая содержится в каждом слове Шри Чайтанья Чаритамриты и Шри Чайтанья Бхагаваты. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем Матхья-лила, глава 22, практика преданного служения, текст 31. Беседа продолжается. Господа Шри Чайтанья Махапрабху Шрила Санатана и Госвами Господь приводит стих за стихом и свои понимания тоже, объясняя практику бхакти. Кришна сурья сама мая хая антхакара яхан Кришна тахан нахи майара атхикара. Кришна Верховная Личность Бога, Сурья Сама, словно солнце, Майя, иллюзорная энергия, Хая, есть, Антхакара, тьма, Яхан, Кришна, где Кришна, Тахан, там, Нахи, нет, Майяра, Майи или тьма иллюзий, Атхикара, власти. Кришна сравнивается с солнечным светом, а Майя с тьмой, там, где светит солнце, нет тьмы. Как только человек обращается к сознанию Кришны, тьма иллюзии, влияние внешней энергии мгновенно рассеивается. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Шримад Бхагаватам 2.9.34 сказано: «Рите ритам ят пратаета на пратиета чатмани, тад видят атману майам ятхая басо ятхатама». То, что кажется истинным вне связи со мной, на самом деле есть моя иллюзорная энергия, ибо ничто не может существовать без меня. Это подобно отблеску настоящего света во тьме, в самом свете нет ни тьмы, ни отблесков. Там, где есть свет, не может быть тьмы. Когда живое существо осознает Кришну, оно тотчас освобождается от всех материальных похотливых желаний. Похоть и жадность связаны с раджасом и тамасом, страстью и тьмой. Когда человек осознает Кришну, страсть и тьма мгновенно рассеиваются, и остается благость, сатвагуна. Находясь в гуне благости, человек может духовно развиваться и ясно понимать происходящее вокруг. Не всем доступно такое положение. Пребывая в сознании Кришны, человек постоянно слушает о Кришне, думает о нем, поклоняется ему и преданно служит ему. Если он таким образом остается в сознании Кришны, тьма Майи наверняка не сможет коснуться его. Ну, Шрила Прабхупада приводит сразу в комментариях знаменитый стих. Это молитва Господа. Это то, Господь сказал Брахме. Четыре главных стиха Шримад Бхагаватам. Это один из четырех главных стихов. И фактически два состояния, или тьма, или солнце и свет. Здесь Кришна сравнивается с солнечным светом, а Майя с тьмой. В стихе: как только светит солнце, тьмы нету. То же самое, такой прекрасный пример. Как только человек обращается к сознанию Кришны, то есть практикует, слушает, воспевает, думает о Кришне, поклоняется Кришне, как привел Шрила Прабхупада в комментариях, он остается в сознании Кришны, и тьма Майи наверняка не сможет коснуться его. Конечно, Шрила Прабхупада объясняет в других местах тоже, что человек
должен подняться сначала на благость от раджаса и тамаса, а потом на трансцендентную благость, шутта-сатву. Во благости уменьшается влияние раджаса и тамаса, но полностью не уходит, потому что в материальном мире чистой гуны не бывает. Даже благость, она непостоянна, она может в любой момент иметь деградацию и иметь какую-то долю раджаса, тамаса. И поэтому это не самое надежное положение, но это лучшее положение, чем раджас и тамас. Практикуя сознание Кришны, слушая, воспевая, думая о Кришне, поклоняясь, человек на какое-то время одухотворяется, поднимается от раджаса и тамаса. Но чтобы полностью быть гарантированно, не падать и быть вне гун природы, он должен подняться от сатвы гуны тоже дальше. Если он таким образом остается в сознании Кришны, тьма Майи наверняка не сможет коснуться его. Вот это оставаться долго очень трудно в сатвагуне, потому что сфера пока материальная, это тоже гуна, сатвагуна тоже гуна, и объясняется, что самое надежное положение дай вещи агуна мои, мама моя, дуратая, то есть выйти из-под влияния всех трех гун. До этого Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорил об этом. Текст 32. Виладжаманаяся статум микша патемуя вимохита викаттанте мамахамити дуртиям. Внешняя иллюзорная энергия Кришны, называемая Майей, стыдится предстать перед Кришной, так же, как тьме становится стыдно, когда восходит солнце. Однако эта Майя вводит в заблуждение неудачливых людей, у которых нет разума. Под ее влиянием они с гордостью заявляют, что материальный мир принадлежит им и существует исключительно ради их удовольствия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Весь мир пребывает в заблуждении, ибо все люди думают: это моя земля, Америка моя страна, Индия моя. Не понимая истинной ценности жизни, они думают, что материальное тело и земля, где это тело родилось, самое важное на свете. Именно этот принцип лежит в основе национализма, социализма и коммунизма. Но такой образ мысли, который только вводит людей в заблуждение, не что иное, как идиотизм. Он порожден тьмой Майи. Однако, как только человек осознает Кришну, он тут же освобождается от подобных заблуждений. Этот стих взят из Шримад-Бхагаватам 2.5.13. Есть Шримад-Бхагаватам и другой стих, иллюстрирующий то же самое, 2.7.47. То, что постигается как абсолютный брахман, исполнено безграничного блаженства, не омраченного скорбью. В конечном счете, это и есть верховный наслаждающийся, личность Бога. Он всегда безмятежен и не ведает страха. В отличие от материи, он целиком состоит из сознания. Безукоризненно чистый и свободный от материальной двойственности, он является высшей изначальной причиной всех причин и следствий. В нем отсутствует жертвоприношение, совершаемое во имя наслаждения их плодами, и в нем нет места иллюзорной энергии. Рассматриваемый стих произносит Господь Брахма в ответ на вопрос великого мудреца Нарады. Нарада был удивлен, увидев Брахму, погруженным в медитацию, ибо медитация подразумевает, что существует некто более великий, чем сам Брахма, Творец Вселенной. Отвечая на вопрос великого мудреца Нарады, Господь Брахма описал в этом стихе положение Майи и введенных в заблуждение живых существ.
Текст 33. Кришна то маргана яди бале эка барам майя банта хайте Кришна таре каре парам. Стоит человеку хоть раз серьезно и искренне произнести: «Мой дорогой Господь Кришна, я долгие годы жил в материальном мире, забыв Тебя, однако сейчас я предаюсь Тебе. Я Твой искренний и верный слуга. Пожалуйста, займи меня служением Тебе, и он будет немедленно освобожден от оков Майи». Просто нужно верить в это. Но можно и проверить, можно и стать искренним, и по-настоящему искренне сказать Господу: «Мой дорогой Господь Кришна, я долгие годы жил в материальном мире, забыв Тебя, однако сейчас я предаюсь Тебе, я Твой искренний и верный слуга. Пожалуйста, займи меня служением Тебе, и он будет немедленно освобожден от оков Майи». Здесь очень важный момент, что преданный, который искренен, он просит, чтобы Господь занял служением ему, а не просит искренне: «Дай мне то, дай мне это». Это будет нечистая бхакти, это будет мотивированное. Хотя Господь может исполнить это тоже. Господь может давать дарму, арту, кама, мокшу даже, но человек не станет от этого чистым преданным. Он может мотивированным преданным быть, но он не освободится от материального мира, потому что будет желать только что-то материальное. Следующий стих, 34. Сакридева прапанно я става смити чая чате Абхаям сарвадатасмай дадами этад вратам мамам. Вот мой обет, если человек хотя бы однажды всерьез отдаст себя мне со словами: «Мой дорогой Господь, с этого дня я Твой, и будет молить меня о бесстрашии, я без промедления избавлю его от всех страхов. С этой минуты он постоянно будет в безопасности». Комментарий Шрила Прабхупады. Этот стих Рамаяна, Ютта Канда, 18.33, произнес Господь Рамачандра. Вот Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал, здесь тоже приводя этот стих Господа Рамачандры. Предыдущий стих не написано откуда. Может быть, сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, а может быть, он цитирует. Но Шрила Прабхупада в этом 34 стихе дает ссылку, какой стих здесь. Дальше 35 стих. Бхукти мукти сити ками субхути ядихая гатха бхакти йогитабе кришнера бхаджаям. Из-за дурного общения живое существо жаждет материального счастья, стремится к освобождению, растворению в безличном аспекте Господа или занимается мистической йогой ради достижения материального могущества. Если такой человек становится по-настоящему разумным, он обращается к сознанию Кришны, ревностно служа Господу Шри Кришне. Но вот это дурное общение, это означает любое общение, которое питает в нас желание такое, которое есть у людей. Бхукти, мукти, сити. Бхукти – материальное наслаждение хотят люди. Мукти – безличное освобождение. Сити – обретение мистических сил. Фактически, с кем бы ты ни общался, кроме реально настоящих бхакти-йогов, ты будешь питаться их сознанием, их привычками. И вот это загрязняющее влияние общения, оно всегда действует безошибочно и естественным образом. Оно действует спонтанно. В материальном мире все попадают спонтанно под влияние гун природы, в основном через общение. Любое общение
дает какой-то результат, отпечаток на наше сознание, на наше грубое и тонкое тело и на наше поведение. Поэтому это дурное общение считается любое общение, которое не служит прогрессу сознания Кришны, то есть не связано с бхакти-йогой. Дальше Господь Шри Чайтанья Махапрабху приводит знаменитый стих из Шримад Бхагаватам, текст 36. Акама сарва камава мокша кама ударати тиврена бхакти йогена яджета пурушам парам. Свободен ли человек от материальных желаний или нет? Желает ли он раствориться в бытии Господа? Его можно назвать разумным только тогда, когда он поклоняется Господу Кришне, Верховной Личности Бога, служа ему с трансцендентной любовью. Комментарий Шрила Прабхупады, это стих из Шримад Бхагаватам 2.3.10. То есть человек акама, акама значит чистый преданный, который не желает материального наслаждения. Сарва кама, то есть он желает материальные наслаждения и им нет конца. Или мокша кама человек, тот, кто желает раствориться в бытии брахмана. Эти все три типа людей, то есть акама, сарва кама, мокша кама, они все ударади, говорится в стихе. Ударади могут быть очень разумными, если они тиврена, твердо, бхакти-йогена, через бхакти-йогу, через преданное служение, они будут поклоняться трансцендентному Господу. Это очень важный момент. Они будут поклоняться трансцендентной любовью Господу, Верховной Личности Бога. То есть в любых гунах находясь, Личность должен не отчаиваться и стараться во что бы то ни стало. Он акама, чистый преданный, он сарвакама, материальное желание имеет, или он мокшакама, хочет в персональном брахмане раствориться. Он должен трансцендентной любовью служить Господу, Верховной Личности Бога Кришне. И здесь это акцентируется. Тридцать седьмой стих, Господь Шри Чайтанья Махапрабху продолжает: «Аньяками ядикаре Кришнера бхаджан, намагитеха Кришна таредена свачаран». Если те, кто жаждет материального счастья или мечтает раствориться в бытии Абсолютной Истины, начнут с любовью служить Господу, они тут же окажутся у лотосных стоп Кришны, хоть и не просили об этом. Такова милость Кришны. То есть любовное преданное служение приводит, даже если человек не подозревает об этом или не просил, любовное преданное служение приводит в контакт с Кришной. Удивительный стих. Если те, кто жаждет материального счастья или мечтает раствориться в бытии Абсолютной Истины, начнут с любовью служить Господу, они тут же окажутся у лотосных стоп Кришны, хоть и не просили об этом, такова милость Кришны. Но здесь вопрос можно задать, а как человек, который жаждет материальных желаний имеет или безличного освобождения, может любовное служение совершить? И ответ содержится в священных писаниях, когда такой человек общается с чистыми преданными, в их
общение и под их руководством служит. Его служение может в это время его служение может стать любовным, потому что чистые преданные, они всегда учат своим примером, словами и воздействуют благоприятно на нас, чтобы мы совершали именно любовное преданное служение, пели с любовью, слушали с любовью о Кришне, предлагали что-то и готовили с любовью, распространяли книги с любовью, говорили с любовью, думали с любовью, все делали с любовью. И они, чистые преданные, подают нам пример своего поведения, своих слов и своего чистого сердца и вовлекают нас именно в чистое преданное служение. Поэтому только по милости и при помощи чистых вайшнавов человек может, будучи обусловленным, может он совершать, даже не зная об этом, о результате, что он приблизится к Кришне, он может реализовать стих, который мы прочитали, 37 стих. Здесь не было комментариев, но в конце говорится, такова милость Кришны. То есть милость Кришны и милость чистых преданных проявляется таким образом. По милости Кришны мы можем получить общение с чистыми преданными. Вот такова милость Кришны. Потому что без милости Кришны мы не сможем, будучи обусловленным, получить милость общения с чистыми преданными и совершать какое-нибудь любовное служение. А без милости чистых преданных мы не можем приблизиться к Кришне. Они взаимосвязаны. Дальше Господь Шри Чайтанья Махапрабху, 38 стих, говорит: «Кришна кахе ама бхаджа маге вишай сука, амрита чади виша маге эй бхада мурка». Кришна рассуждает так: «Вот глупец, он занимается трансцендентным любовным служением мне, но в то же время жаждет материальных наслаждений. Это все равно, что отказаться от нектара и предпочесть ему яд». Вот здесь очень, здесь тоже нет комментариев, но Шрила Вишванат Чакраварти Такур в своей книге, небольшой книге Мадхурья Кадамбини объясняет, что бхакти приходит до того, как человек освободится от материальных гун, от желания материальных насарядева Шрила Вишванат Чакраварти Такур, потому что пока не придет бхакти, причиной бхакти является само бхакти. Бхакти сострадательно, милостиво приходит человеку до того, как он очистится, чтобы его очистить. То есть Кришна рассуждает так: вот глупец, он занимается трансцендентным любовным служением мне, но в то же время жаждет материальных наслаждений. Это все равно, что отказаться от нектара и предпочесть ему яд. Вот здесь очень такой стих необычный, который не все знают и понимают, что есть такое явление. Обычно все думают, что пока я полностью не очищусь, я не смогу ни разу любовное служение совершать Кришне. Но здесь опровергается это, что чистое бхакти можно совершать даже один раз или один час, а остальное время не совершать. То есть бхакти приходит и начинает давать альтернативу. То есть человек начинает иметь возможность соприкоснуться с бхакти деви, то есть с чистым преданным служением, и что-то совершать, чтобы прогрессировать. Но еще материальное наслаждение и их жажда к ним не ушло. И это Господь здесь приводит. Это все равно, Кришна говорит, что отказаться от нектара и предпочесть ему яд. То есть вот это такое состояние, что человек имеет шанс пить нектар и пьет немножко, но
предпочитает яд, потому что привязан очень сильно к материальным наслаждениям. Это удивительное такое состояние. Дальше Господь объясняет, что Он делает, но это мы прочитаем в следующий раз, дорогие преданные, с 39 стиха. Мы прочитали с 31 по 38 стихи Шри Чайтанья Чаритамриты, 22 главы Матья Лилы. Удивительное объяснение практики бхакти дает с такими ключевыми, кодовыми, можно сказать, заключениями Господь Шри Чайтанья Махапрабху. И чтобы понять эти заключения, нужно изучать всю Шри Чайтанья Чаритамриту, потому что все, что преподается здесь в примерах, есть в других местах Шри Чайтанья Чаритамриты. Поэтому это писание нужно глобально, то есть полностью изучать, полностью знать все связи, все примеры. Ачарьи, они дают нам знания о каждом аспекте бхакти, о каждом непонятном моменте объяснение есть. Просто мы должны изучать тщательно их комментарии. И особенно тщательно нужно изучать досконально Шри Чайтанья Чаритамриту, потому что он